просрал. Что за хуя, блядь? Не просрать, блядь. Вроде все поменял, мотыли, блядь, нихуя. Будешь ждать вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Лепота! Лепота, блядь! Сука, где солнце? Что-то на эту удочку, на эту самую первую крайнюю, вообще что-то плохо берет. Знаете, где проклевывается? Что-то вообще не хочешь. На ту удочку брать не хочешь. Отлично, Серега. Отлично. Просто не только тебе. Конечно, у тебя, блядь, мелочь у неё нахуй одна, блядь. Ну чё, как ты, Миха? Такая погодка пиздата. Видишь, да? Да, неплохо. Заебись. Удочки на месте, все стоит, блядь. Все четко, блядь. Нормально. Я, видишь, на этой хуйне лежу и заебись. Видишь, Фольга Пласова? Положил и лежишь, и заебись он, блядь. Вообще четко. Рыбка там валяется, он шевелится. Видно, да? Пакетики там немного, здесь и кого-то. Ну а что, как бы? Посолите это, посолите, я говорю, заебись со мной. Оставшую рыбу добавлю в тазик и досолю просто соль и заебись им карманик.
астрология это вот до обеда, а сейчас что-то как-то притихло вообще. Не знаю. Все. Скоро надо съебываться, короче, съебываться, блядь. Ветер подул, все подул, блядь, хуйня. А что, все равно еще сейчас у меня полтора часа времени есть, что, блядь, хули делать. Не на платформе же. Трамвай. Да, такое в 13.50, в 13.59 будет. Трамвай такой, блядь. Камере привет передай. Ничего не хочешь сказать? Диалоги о рыбалке, потому что, блядь, нихуя не берет сегодня. Нихуя, блядь. Да, нормально, 2 грамма 3-то есть? Да не, может, 2 килограмма есть, 2,5. Да слушай, нормально, чё? Главное, что будет солененькая рыбка, хоть и небольшая, блядь, я ее засолю, вообще классно будет она, блядь. Правильно? Потом, после баньки-то, да, просто? Да и просто покушать нормально. Чем покупать тебе-то, блядь, пиздец. Ты видел, какие цены в магазине на рыбу? По 100 рублей. Там 2 штучки или сколько таких. Вообще обнаглели. Так что это, заебись. Только вот сейчас стал, видишь, распогодился, блядь. А было, блядь. Тоже нормально. Было, видишь, вот сейчас, видишь, во как. Хотя в леску вот так же, да, сейчас я? Да, ну вот, да. Ну так же, так же, так же, так же, так же. Нормально. Заебись, я так хотел на солнышке позагорать, это вообще охуенно. Чё, давай, ладно, видишь, если ещё зайду сегодня днём кофейку попить, приеду когда. Давай. Давай, всё. Все равно без разницы перестал. Вот так.
блядь! Ой, блядь, сука! Ой-ой-ой! Профукал, блядь! Профукали мы поклевку, блядь. Профукали. Дать поднимет, поднимет, еще хуй его знает. Только-только чуть-чуть сейчас приподнял вот и все, блядь.
мелочь, короче, это. Как обычно, к обеденному перерыву начинается вот это вот. Хуйня. Хуйня, блядь. Не хочет больше, блядь, уже. Брать не хочет. Не хочет. Хочет, блядь, не хочет. Ебаный в рот, сейчас все полетит нахуй. Ебаный в рот. Ничего не хочет, блядь, блядь. Тоже ничего не берет, тоже, блядь. Вот и прояснилось все. Вот и все, красивая погодка. Так, кто там все название это во время клёва? Это что такое? Не отвлекайте, не отвлекайте. Клёв идет. Клёв идет, блядь. Ёбаный в рот, ёб. Что ты? Что ты, блядь? Что ты? Что звонишь, блядь? Чем, блядь? Чем я тебя беспокою, блядь? Солнце, ёпта, блядь. Солнце. Блядь, проясняется, ёпта. Надо полежать. Полежать. Да нет, там солнце, вон оно, ёпта. Сейчас выйдет, он голубое небо. Да, три штучки, вон. Видишь, как у меня заебись, на фольге здесь лежать. Вообще клёво, блядь. Лёг и лежишь. Я пришел, видимо, вчера кто-то ловил здесь ее. Пока на них сел. Сижу.
Тебе я пуль с собой даже не брал, зачем? Морозов-то нету. Морозов нету, луки не мерзнут. И все. Неа, нахуй нужен. Неа, нахуй. Пиздуна. Сейчас клюнет как на килограмм, блядь. И пиздец, нахуй, блядь. Все, нахуй. Да так, ёпта, по три таких, это похуй, мелкие, сушить нормально. Какая разница. Так, ну, я тебе скажу, сейчас на велосипеде ехать по льду вообще заебись, блядь. Просто, блядь. Потому что морозило днем, а снежочек присыпал, и образовался такой, блядь, вот этот. Нас, блядь. Нормально. Блять, видишь, три штучки, блядь, хуйня, так клёво нету. Мелочь, мелочь. Да, сейчас посмотрю, схожу и подхожу там, похожу, нахуй, еще болото, в одну удочку возьму, пройдуся. Может из-за погоды то, что не перемена давления, так хуёво будет брать уже. Да, прям туда, в луки телевизора опускать эту, блядь. Всё. Так что это, друзья, что я перестал пока брать. Хусина. Будем ждать, когда что делать-то. Согласно, хорошо, на рыбалочку взял, это фольгопласт, лежишь, вообще ништяк. Просто нормально. Надо ящики, блядь, брать, надо всякую хуйню, блядь. 5 минут посидеть, что надо сходить на другие луки будет посмотреть. Как по стандарту берет эта мелочь. Ну, солить нормально. Солить нормально. Еще посолил. Пиздевки эти. Исчезла крупная рыба куда-то. Исчезла. Не берет. Да, наделась. Где наше солнце обещано,
вообще ни хрена не поймаю. Дела у нас на конец сегодняшней рыбалки. Вот. Половили мы до обеда. В принципе, я скажу, ну, неплохо, где-то килограммчика 3 поймал. Ну и то нормально. Я, в принципе, думаю, то, что засолить нормально, чтобы потом после баньки с чем-нибудь будет поесть этой прекрасной вкусной рыбы. Зато самое главное — свежий можно еще на солнышке позагорать, чтобы нормально было, да. Вот. Мне нравится вообще. Антон, ты, блядь, там давай готовься в этот. Егорыч, что же, блядь? Мозгу не ебать, нахуй. По команде, блядь, раз, два, три, блядь, все. Прыгнули, закочевались, блядь, в нашу машину и поехали. Вот. Все едем вместе, блядь. Хорошо бы сюда бы приехать, туда бы и попасть, ну, чтобы вот такая же была погода, вот, как вот сейчас. Помнишь, когда он приезжал, что полк? Все еще бегал в своих этих трусах, ну, да, в принципе, там все бегали, даже все раздеты, потому что тепло было. Там было, по-моему, то ли 17-18 градусов, да, по-моему, там было. Да. Ходили. Правда, всем было не до этого, потому что, как говорится, у нас не было этого.
самого важного, то, что есть на рыбалке. Ну, оно у нас, как всегда, кончается. Это у нас... Что я могу вам говорить? Сами знаете, что это такое. Так что я не буду вам говорить. Сами догадайтесь, Вот так вот на солнце сейчас постоять, блядь, вам говорю, рыбаки. Вот, пиздец вообще, блядь. Загоришь, витамины П, Д, Е, Ж, там, короче, все получишь. Ништяк. Раз, два, три, все прыгаем на машине, едем, все. Всем, блядь, всем вам, блядь. Миша Егорыч Антоныч. Антоныч, Егорыч Антоныч. Мишанич Антоныч. Все, все. Все, блядь. Все поедем. Ладно, все, ёпта, блядь. Хватит, блядь. Мозгу ебать, блядь. Ты как охуенно здесь, да? Вообще, блядь. Просто, блядь. Да, ну уже время 12 часов. В принципе, погодка хорошая, выглянуло солнышко, глаз радуется, вообще все отлично, вот. Ну, до обеда где-то клювало, наловил, ну, килограмма 2,5 где-то, наверное, в общей сложности. И прекратило брать уже. Не знаю, посидим, погода хорошая, солнышко, позагораем, а там уже, в принципе, видно будет уже. Что делать дальше? Ну, если не берет, так не берет. Зато солнышко светит, вообще хорошо. Все чудесно. Погода просто прелесть. Прелесть. Обалденная.